Приветствую на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Агент 007. Я говорю, мы продолжаем играть Агент 007. Все, что надо, тебе на окне. Продолжить. Итак, мы ее спасли, да. Венеция. Будет жить, нет? Кстати, игра сделана по фильму. Смотрите фильмы Агент Джеймс Бонд 007, и вы поймете тогда, про что здесь игра. У нее был друг, алжирец. Они очень любили друг друга. Его похитили люди, стоявшие за Ли Шифром, и шантажировали ее. Теперь мы не узнаем, кто за этим стоял. Она забыла трубу. Знала, что я проверю. Конечно, она надеялась. Джеймс, вы не задумывались, почему вас не убили на барже? Это сделка. Она отдала деньги, спасая вас. Мистер Уайт? Да, кто это? Узнайте, кому она их отдала. И ее жертва не будет напрасной. Ты уже поймал убийцу? Да сейчас, два раза. Еще нет. Пошли. Вернемся в отель. Не такой уж он и Бонд, да? Бонд, где вы? Здесь я. Внизу. Бонд, ответьте. Я на линии. Отпусти ее. Кто эта девушка? Я думала, вам можно доверять. Думала, тут дело не вместе. Нет, вы так ослеплены ненавистью, что вам все равно, кого убивать. Когда не видишь, кто друг, а кто враг, лучше уйти. Я отстраняю вас до окончания расследования. Ух ты. Так, а я сейчас в лифте сбегу. Это, по-моему, пароль в прошлой серии было видно. А он ест? Захреняка их. Быстро в лифт. Бонд сбежал. Он... Черт. Таннер, найдите Камилу Ривера, агента из Боливии. Ему больше некому пойти. Вижу ее. Она с ним разговаривает. Без помощи. Убьешь Медрано, и ты труп. Не выходи на улицу, пока не увидишь мою машину. Мы едем в пустыню. Медрано не выступит, пока не заплатит своим бойцам. Грин везет ему деньги. Они встречаются в Ла Перла де Лас Дунас. Таннер, вы слышали имя? Какое? Отель. На картах его нет, автономное обеспечение. Вокруг него пустыня на 800 километров. Мне отправить отряд? Хотите остановить Бонда? Нет, Бонд мой агент. Мне следовало ему доверять. Только он остановит Грина и Медрано. Ну давайте. Останавливаем и Грину, и Медрано. Пустыня? Грин приехал с охраной. Что-то говорит. Запомни, глубокий вдох. У тебя один выстрел. Не промахнись. Давай. Субтитров нет. Войти в отель. Да не то. Понятненько все с вами. Новое задание. Какое? А чё, машины? Ладно, хрен с ним. А где это? Думал, может, кто-то есть. Оружие поднять с них.
противника! Да вас еще никто не стрелял, чего врать-то? Подождите. Блин. Нарушитель! Вижу противника! Высунься. Он ранен. Мы под обстрелом, отправьте подмогу. Блин, блинский. Вот сейчас высовываться там хренакать. Блин, ни хрена они бахают, блин, сразу. А я еще не сосредоточен. Нарушитель! Вижу противника! Оставаться на месте! Блин! Думал проскочить. Вижу противника! Блин! Да, так хорошее оружие взял. Нарушитель! Вижу противника! Давай, где ты? Вот так. Так, водород, так, топливный элемент, мы поняли уже. Под плотным огнем. Прошу поддержки, прием. Прошу повторить, прием. Он ранен. Уже нет.
Вот так. Нормально. Сейчас перезарядим, подожди. Подожди, малыш. Я на позиции. Не стрелять до моего приказа. Откройте ворота. Подвигайся вперед, вперед. Блять. Давай. Я на позиции. Не стрелять до моего приказа. Откройте ворота. Вперед, вперед. Еще. Отправьте к нам еще один отряд. Прием. Прошу огневое прикрытие. Так. Давай, давай. Мне надо... за... Так, пока вроде справляюсь. Так. Перезаряжаем. Так, еще кто-то где-то, нет? Хорошо. Ну пойдем, зайдем, посмотрим. Послушаем телефончик, нет? Так. Ладно. Ладушки, ладушки, где были мы у бабушки? Ни хрена здесь такого нету, ничего. Четыре, то есть у меня два магазина вкратце. И найти Грина, войти в отель, найти Грина.
Здесь нет ни хрена. Вот сюда. Давай играем. Так, всему персоналу. Так, мы планируем заменить покрытие всех панелей с топливными элементами. Нынешнее поколение. Понятненько. Значит, топливные элементы. Ну-ка, здесь есть глушитель? Вот, тут тоже глушитель есть. У меня глушители на все есть. Боюсь, коррупция в нашей стране стала слишком невыносимой. Камила, я нашел твою цель. Медрана в дворике. Не трогай его, он мой. Ну хорошо, ты мне это открой дверь. Будь ты проклят, убить его! Держать оборону! Здесь топливо. Везде. Выбирай цель аккуратно. Так. Блин, куда я там попадал, не знаю. Так, это есть, это я точно знаю. Так. Не вижу ни хрена. Кто? Еще разок. Опа. Давай. Вот так. Вот так. Господи, какие вы дурные. Да, бля! Да.
Так. Блин, блин, блинский. А где-то там. Не вижу. Вот так. Блять, зажарился. Охренеть. Печенюга. Так. Бум. Давай. Где этот телефон? А только где он? Вот он. Смотрим, что у нас-то по телефону. Диего, номер генерала. Он готов приехать в комнату. Убрана дверь на балкон. Теперь пули непробиваемые, как и требовалось.
Еще и двери пули непробиваемые. Не понял. Это как? Так. Ни хрена себе, ладно. Камила. Так. Понятненько. Ты сейчас такой же испуганный, как твоя мать. Не смей произносить ее имя. На, красава. Это понятно. Скорее, пока Грин не сбежал. Да куда мне бежать-то? О, пока нормально. Прошел.
Так. Собрали. Так, нам не сюда, не сюда. А куда нам? Я посюда вообще зашел, по идее. Что-то не понимаю. Сюда, что ли? А, во. Уже в пути. Прошу Граната, ложись. Блин, не туда. Где? Убить его! Удерживайте позицию. Бля. Через огонь мне не пробраться. Обходите с фланга. Я хочу, чтобы он сдох. На! Только он не перепрыгивает, там через огонь мне не пробраться. Все, понял, куда. Не туда? Или туда? Куда? За мной, давай. Даю. Эй, сюда, за мной. Давай. На улицу надо было. Джеймс Бонд. Давай. Идем домой. Финалочка или что? Генерал Медрано мертв. Грин тоже. Поздравляю. С чем? Уайта не нашли. Организация все еще действует. Мне нужно имя. Человек в театре. Гай Хейнс. Возвращайтесь, Бонд. А я и не уходил. Минуточку, Уайт. У них есть только мое имя, ничего более. Вернитесь, покажите мне последнюю часть схемы. Иду внутрь. Хейнс нам нужен живым. Помни об этом. Нужен живым. Вот милосердие. Че, все что ли?
Ну, видимо, действительно все. Я думал, еще захват будет, конечно. Раз. А концовочка такая. Ну что ж, как видите, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Игра, конечно, была хорошая. Ну, ее, кстати, можно пройти на одном дыхании, если не ошибаюсь, за 3-4 часа. Ну, на пролом. Тем более вы знаете, как идти. Что ж, удачи. Пока.